Мой дед был великим бойцом. Покойся с миром. Я никогда не отступлю. Я не сдамся. Что бы ни случилось, и всегда буду драться до конца. Привет, разящие жалом пчелы! Сегодня мы посмотрим, как величайший боксер всех времен Чарли Зеленов не угадал с выбором соперника и неожиданно для своего величия получил по челюсти и по печени. Ну а если вы до сих пор не знаете этого легендарного боксера с рекордом 150 побед без единого поражения, тогда можете посмотреть на него обзор в подсказках на видео. Первого соперника Чарли выбрал в каком-то фитнес-зале, но вместо танцора ему попался неплохой боксер, который не повелся на поднятые руки Зеленова, сообщающие о своей победе, а он так делает всегда, когда уже устал и понимает, что дальше ему будет не сладко, и продолжил давить нашего чемпа, периодически хорошо попадая, пока тот не убежал. А это вообще уникальный бой. Найдя себе очередного качка в надежде быстрой победы, Зеленов получает первым же ударом в челюсть и начинает рассказывать, что так нельзя и бой окончен. Он же пообещал дедушке, что никогда не сдастся. А этот бой показывает всю суть непобедимого. После парочки пропущенных ударов Чарли начинает клинчевать и наносить удары по затылку. Правда, ударами это тяжело назвать, но будучи в обнимашках, он пытается настучать именно по затылку. Боец ему делает замечание, говорит, чтобы он дрался, а не обнимался. На что тот отвечает, что вы ничего не шарите, и на этом бой закончен. А в этом бою уличный монстр осмелел и пришел в боксерский зал, а не как обычно в качалку, и вызвал на бой паренька, который занимается не танцами, а боксом. Бешеное начало в стиле Чарли не дало никаких результатов, и все удары ушли по воздуху. В свою очередь боксерчик периодически неплохо попадал на отходах и доставал прямыми. После каждого попадания несломный начинал что-то втирать, тянуть время и пытался закончить бой своей победой. Его главным аргументом было то, что убегать от его ударов нельзя, а то он не попадает, а это нечестно. Everybody's doing good. No unfair shots. В общем, объявив себя победителем, он сбежал с зала. Великий сделал гениальное открытие. Когда не можешь ударить нормально, бей по запрещенным местам.
тогда твои шансы возрастают. Забегая в свой любимый замес, Чарли не ожидал такой прыти от соперника и сам пропустил два смачных боковых, после чего решил бить по затылку, причем не просто ударить, а целенаправленно туда стучать. Но и это ему не очень помогло. Паренек вышел из этой ситуации четким боковым, после чего Чарли Зеленов сделал то, что он всегда делает в таких ситуациях. Поднял руки, объявил себя победителем, выбежал из зала и записал еще одну победу в рекорд. Вот так становятся чемпионами. А это редчайшее видео, в котором вы можете увидеть чистое, безапелляционное и очень болезненное поражение несломного Чарли. После первого же попадания по корпусу он сразу развернулся и начал уходить. Не упал, если бы это было серьезное попадание по печени, а просто развернулся и начал уходить. В общем, как настоящий боец при первой боли. А это видео просто показывает сущность нашего уличного убийцы. Пристав к одному из занимающихся в тренажерке, Чарли предложил побоксировать. Но так как у него не было с собой перчаток, он сказал работать легко ладошками. Как любой нормальный человек, качок не хотел драться с непонятным типом наркоманского вида. Но Зеленов дал два раза леща, чем не на шутку разозлил арабского билдера. А потом в своем стиле начал отступать и искать пути для побега. Вот это дух чемпиона. Бей-беги! Конечно, вы можете подумать, что у непобедимого чемпиона по боксу не все получается с этими слабаками, потому что бой происходит не в ринге. А он ведь чемпион мира и профи, который привык к рингу. Поэтому я вам покажу единственный бой в ринге Зеленова. Несмотря на то, что ему в сопернике попался такой же профессионал, как и он сам, с корявыми ударами от жопы и полным отсутствием защиты, наш несломный духом показал гениальный бокс. Но самое важное, на что вам стоит обратить внимание в этом бою, это его воля к победе и характер, о которых он постоянно говорит. В общем, смотрите и свои выводы пишите в комментах. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Они должны знать, какие чертяки ходят по этой земле. А если вы хотите уметь защитить себя от таких демонов, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.
Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.